Всем привет! С вами Марина из Динамама, и сегодня я расскажу вам про комбинезон для малышей от Рэйма. Эта модель представлена у нас в трех цветах. Одну из них мы рассмотрим поподробнее. Капюшон с резинками по бокам отстегивается. Внутри мягкая подкладка, приятная на ощупь. Манжеты на резинке. Внутри подкладка гладкий полиэстер. И полиэстер мягкий по окантовке. Есть один капюшон, карман, извините, на молнии. Защитная планка молнии на кнопке и липучках. И светоотражатель. Молния удлиненная, так как модель для малышей, чтобы было удобнее одевать. Внутри подкладка гладкий полиэстер, в рукавах тоже и в штанишках тоже. И здесь можно написать имя ребенка, чтобы он свой комбинезон не потерял. Есть еще защита подбородка от защемления и мягкая подкладка на внутренней стороне воротника. Нижняя часть на резинке. С эластичными штрипками, их можно отстегнуть или отрегулировать по длине, и вот эта вот такая штука усиление, чтобы они не стирались при ходьбе. Внутри гладкий полиэстер. Сзади комбинезон выглядит вот так. Капюшон отстегивается, рукав реглан, светоотражатель Рэйма, утяжка. Резинка на талии, регулировок нет, просто резинка. И вот так выглядит нижняя часть. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.